Мы поедем все, помчимся на оленях, на собаках. И отчаянные такие все, ой. Просто все с ума сойдут, какие мы отчаянные, ой. Там вот этих выпускают уже педерасов, видишь ты. А что это? Это неплохое слово. Они даже гордятся этим сами. Ну, что они такие люди, молодцы. В смысле того, что... Пластик, Вася, шмастик. У нас есть фантастик. Селимушка, вот, мы поехались, а ты зачем спишь-то? Вы, Селимон, вы... Поехались, по-честному я тебе скажу, да. Василий Мон, погоди, постой немножко. Подумай, вот этот Терберт, портовый тягач, про который я тебе говорил, что уже надо, ну я умею. ТР у них номер там, видишь? Это Терберт, сокращенно. Через 400 метров поверните налево. А? Наверное, да. Этот, по-моему, сюда будет уходить, да? Наверное, Василий. Я не знаю, они когда как там пускают. Тут, смотри, все пухом каким-то. Тут дрались эти, что ли, птицы эти. А, это засрано просто. Ой, Селима. Ой, погоди, постой немножко. Вот, видишь, этот наоборот сюда свинтил, значит. Наоборот, да? Они иногда так делают, иногда так, не знаешь никогда. Больше не дергаться. Да. Вот такой Василимушка. Погоди, постой немножко. Вот такой Василимушка. Ой, такой потешный он. Этот какой-то в шлюме тут в своем, смотри. А, он заезжал, через я видел его. Метров, это он налево. Выехал уже. Вася, а как он выехал так быстро? Вы... Первого выпустили. Ты подумай, какая сумочка. Молодец. Какой-то в немецких этих самых он. Черный жультый, Вася. Вы. Ну быстро мы выехали вообще, вообще да? Шикарно. Вообще. Ой. Рванули все, хвостом помахивают. 10:32. А это что тут стоит? Это полицейский или просто он просто дурак? Идет. Ага. Ты подумай, какой. Какой-то грустный сидит он, смотри. И зачем грустишь? Василий Мон, ты выехал уже или на свидание? Василий, 10:33, да. Мы уже из порта выезжаем. Через 50 метров подумайте, поверните налево. Так, бывало разве когда-то? Нет. Нет, не было ни разу. Мы. Поверните налево. Вот, начинается трусофобия. Налево, направо, туда. Сами знаем мы, куда ехать здесь уже. Не надо тут командовать, пожалуйста. И женщина, тем более. 40 км/ч. Да. Сатаманалуэ. А где заканчивается Сатаманалуэ? Там ничего не видно. А там нету никого. Нету, Василий, подъезжай. Какой? Вот такой Василий Мошка. Погоди, постой немножко. Да немножечко постой, мой Василий милый мой. Эй-гой, эй-гой. Вот такой Василий-мушка. Погоди, постой немножко. Погоди, Василий-мушка. Погоди, мы тебе достанем еще. Помнишь там, да, куда нам надо мэкнуть, чтобы... Ты думаешь, там пойдем? Да, да, конечно, что. А ты хочешь там, что ли? Нет, прямо. В смысле, прямо? Ну, прямо.
Не через Лянь-Севиола, а через... Нет, вообще через Лянь-Севиола, но прямо. А зачем тогда? Не давитесь. Я не вижу. Василий, ну ты что? Он идет. Дима, ты меня отвлекаешь. Я тебя не отвлекаю, наоборот, тебе я сказал, что он идет. Человек. Я же все отвлекаю, да? Ты думаешь прямо? Ну поехали прямо, мне все равно. Давай прямо поехали. Давай, твоя садись, моя поехала. И ты видишь кого-то, видишь, да, кто. Ну, вот, затем видишь, тут, поверните направо. Тут Стривелова, Василий, видишь? Я тебе говорил. Я думаю, там уже с глазами. Сейчас я это самое на светофоре могу. Поверните можешь, налево. Да. Затем. Вот он и говорит тебе, направо. Видишь, налево. Он тебе и так и говорит, что не надо туда прямо ехать. Нет никакого смысла. Надо было еще раньше он твой. Он тебе, кстати, так и показывал. Да, так он показывал. Пристроился потом. Слышал, когда она там? Он так и хотел, чтобы ты там сквозанула, где мы обычно ездим. Ну ладно. Ну ладно, бог с ним. Там 3 минуты мы потеряем. Но а там эти будут грузовики. Все равно мы хорошо выехали. Видишь, они прут отсюда. Ну да, там тоже можно там встретить. Там можно встретить на тоже. На том перекрестке, да? Потому что ты там должен уступить дорогу всем. Вот такой Василиюшка. Погоди, постой немножко. Ой. И на какой-то такой серьезный сидит. Смотри, какой-то раб или кто он там. На такси на этом, видишь. Такой с серьгой в ухе. Ой, Вася, отличный. Вот, смотри, видишь? Да, поверните, да, направо. Это правда. Затем я поэтому перегородили. И поэтому я хотела сюда. Пидармо, ты понимаешь, что? А этот крутится, смотри, Вай. Весь пустой крутится. Затем сзади. Держитесь правее. Я вас умоляю. Все, там впереди этот президентский дворец. Поверните вас налево. Затем держитесь правее. Фим, ты понимаешь, у него какой солидный номер. А клиент уже, понятно было, что он сразу сдохнет машину. Фим, это же знаешь, раньше так, ну, что это финская марка. У них, видишь, праздник Василий Мудовый, какой отличный, или он всегда тут висит? Сегодня праздник или нет? Да, сегодня праздник. А, нет, я не знаю даже. Вот там весь Василий, ну поехали, поехали, родные, не... Ай, ну поздно. Там видишь. До свидания. Много каких-то китайцев. Держитесь не, правее. Отлично. Это же прямой этот рейс видает. Да. Токио, Хельсинки, Хельсинки. Так это японцы тогда, а не китайцы. Много всяких их. Последующих. Молодцы. Такие. Ой.